автомобили, погрузчики, авиадетали, роботы. На стенде Ульяновской области представлены разработки местных предприятий, работающих в сферах электронной промышленности, машиностроения, металлообработки. Ульяновцы планируют провести на Иннопроме ряд бизнес-встреч и переговоров, заключить выгодные контракты. Презентовал сегодня эту продукцию председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Дальше представил Михаилу Владимировичу также беспилотные летательные аппараты, несколько уникальных небольших предприятий, которые работают у нас в области. Мы для них создаем все условия, производим вот такие уникальные вещи, которые прошли испытания, в том числе и в Министерстве обороны. Привезли ульяновские инженеры, к примеру, многофункционального погрузчика «Мамонтенок». Машина имеет уникальный тип трансмиссии, а использовать ее можно в разных сферах. Оперативная, очень мобильная машина, которая пригодится в любых сельскохозяйственных организациях, строительных маленьких компаниях. При ландшафтном дизайне данный погрузчик активно покупается у нас РЖД. Промышленных роботов привезли специалисты компании «Робот-система». Одна из машин оснащена специальным захватным устройством и облегчает работу оператора. В основном захватное устройство используется на любом производстве. В данном случае мы представляем захват для упаковки. Его фишка состоит в том, что он может брать продукт непосредственно с конвейера, вне зависимости от того, насколько быстро идет продукт. Компания «Автодом» привезла в Екатеринбург реанимобиль на базе «Солерс Атлант». Создан он в Елабуге на одноименном предприятии. Ульяновцы оснащают автомобили необходимым медицинским оборудованием. Данное шасси пришло взамен ушедшего с российского рынка автомобиля Ford Transit. Данный автомобиль гораздо имеет ряд преимуществ, по сравнению с автомобилем Ford Transit. Это более широкий салон, более длинный салон, что комфортно влияет на работу медиков. Автомобиль оснащен полностью российским медицинским оборудованием, что немаловажно в нынешней ситуации. Губернатор Алексей Русских встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Обсудили совместный проект по созданию отечественных машин скорой помощи. Автодому сотрудничество позволит расширить линейку автомобилей и получить больше заказов по всей России. Скорая уже прошла все испытания и готова к поставке в медицинские учреждения. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.